Спонсор прогноза погоды – агентство недвижимости «Визит». Распродажа новостроек и готового жилья. Скидка до 20%. Только в агентстве недвижимости «Визит». Звоните 374-4704. Во вторник в Самарской области будет пасмурно. Выпадут осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха в дневное время плюс 2, плюс 5 градусов, ночью 0, плюс 3. Ветер западного, северо-западного направлений, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 5, ночью плюс 3 градуса. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя в течение дня. Днем плюс 4, ночью плюс 2 градуса. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, выпадет дождь, пройдет снег. Днем 3 градуса тепла, ночью 0. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.